Армянский депутат Сергей Багратян на сегодняшнем заседании парламента предал огласке интересные факты. По его словам, во время войны в Карабахе граждане Армении массово избегали мобилизации и отправки на фронт. Один из известных командиров заявил о том, что неумелая организация имеющегося у нас резерва серьезно повлияла на ход боевых действий в Карабахе, сказал он в ходе обсуждения законопроекта о внесении изменений в закон о военной службе и статусе военнослужащего. Как отметил Багратян, в Карабахе из 8 тысяч резервистов мобилизовать удалось лишь 5 тысяч. При этом из Армении ожидалось получить пополнение в пределах 10-12 тысяч человек из резерва, однако мобилизовать удалось лишь 5-6 тысяч, сообщил депутат, добавив, что в Армении на сегодняшний день по этой части имеются серьезные проблемы.